Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковка огромнейшего заказа Faberlic. Он снова у меня вышел на 50 баллов, так что давайте приступать. И да, Светлана, я теперь в красном цвете, и мне так нравится. Так, ну что, девчонки, я открыла коробочку и буду доставать из нее все в хаотичном порядке. Здесь первое у нас это чек. Девчонки, я заказала себе вот такие вот два, как сказать, как они правильно называются? Сейчас найдем. Так, девчонки, вот этот, походу, у нас триггер-распылитель. Артикул его 111.74. Все вроде работает, все нормально. А второй помпа-дозатор. Артикул его 111.75. Такие штуки всегда нужны, даже на средства для мытья посуды, да, на чистящее, на какое-то средство. Давно на них смотрю, Faberlic. Вот, наконец-то, решила заказать, потому что цена вопроса – это ерунда. Так, девчонки, заказывала вот такую коричневую тушь. Я вам говорила, что буду заказывать Miss Curl. Она у нас сейчас называется, да? Артикул туши 5762. Захотелось мне именно коричневую, потому что я вам уже рассказывала в обзоре каталога, начиталась там, что коричневая тушь делает взгляд более естественным, более молодым и так далее. Раньше я очень часто покупала тушь, когда она была под названием Very Berry в черном цвете. Мне нравится кисточка. Она вот такая изогнутая, она силиконовая. Я люблю такие, потому что мне больше важно не объем, а удлинение. Давайте, девчонки, подробный с вами обзор по новиночкам, вот и что у нас тут можно будет затестить, снимем отдельно. А сейчас пока я вам буду показывать и рассказывать. В принципе, мне тушь нравится, но как коричневый цвет будет смотреться на глазах, я не представляю. Поэтому посмотрим с вами в отдельном видео. Так, дальше, девчонки, я заказала еще один бальзам из линейки Glam Team. Это новинка прошлого каталога. И оттеночек у меня здесь... Артикул 406-93, коралловый, девчонки. И помадку мы сейчас с вами обязательно затестим. В прошлом обзоре заказа я вам показывала оттенок 406-95. Кто не видел, свотчи и все остальное, я ссылочку на это видео в инфобоксе, в подсказочках обязательно приложу. Так, а этот у нас 406-93. Он прям в стике, смотрите, какой ядерный. Они вообще помады довольно сочные. Я бы вот не назвала их бальзамами. Когда-то я крашусь, у меня губы ярко-розовые, прям... Конфетка. Ну и давайте пробовать. Нет, ну этот, слава богу, не такой насыщенный. И он, знаете, такой розово-коралловый. Мне понравилась просто текстура у этих помадок, бальзамов, да, она довольно нежная, а губы сейчас сохнут сильно, мы все с вами в основном сидим дома. И отопление у нас еще пашет, наверное, 30 числа только. Да, девчонки, вот этот оттенок я, в принципе, и хотела, когда заказывала 95-й, да, цвет. Я хотела вот что-то такое. Вот это мне нравится, да. Мне кажется, под мой нынешний образ вообще этот оттенок подходит классно. И сейчас я вам покажу сводчик. Бальзамчики классные, девчонки. У них магнитный колпачок. Смотрите, вот здесь несколько раз, здесь один раз провела. И сейчас я вам покажу еще поближе. Ну, оп. Вот, девчонки, сводчики. Здесь вот где бледно, да, я провела один раз, а здесь раза три. Красивый, красивый оттеночек, сочный достаточно. Ну, мне, девчонки, понравилось. Я чувствую, теперь буду ходить только в красных оттенках на губах, да. Поехали дальше. Целых три бальзама для стоп гладкие пяточки у меня в заказе. Два знакомые, один в запас себе. Артикул его 1661. Я вам много раз уже, девчонки, про этот бальзам говорила, пела ему оды. У кого сухие ручки, ножки, покупайте и радуйтесь просто. Девчонки, которые взяли, по моему совету, писали только положительные отзывы и благодарили. Он потрясающе справляется с сухостью. Здесь 30% глицерина. У кого сухая кутикула, у кого сухие пяточки, это просто спасение. Про пемзу не то, что забудете, но пользоваться ей будете в несколько раз реже с этим бальзамом. Девчонки, взяла себе попробовать, почитала отзывы и решила, что именно такой хочу. Активный крем для коррекции фигуры Термоэффект. Артикул его 1194, здесь 150 мл. Вот так он выглядит. Он у нас не запечатанный приходит, но, по-моему, зафольгированный, да. Зафольгированный. Вроде как разогревает, девчонки писали. Я надеюсь, что разогревает. И надеюсь, не хуже, чем миксит, которым я сейчас пользуюсь. Дома с дочерью тренируемся. И вот на время тренировки, мне кажется, таким кремушком воспользоваться прям супер. Конечно, надо быть аккуратнее тем, у кого варикоз с разогревающими средствами. Да, и у меня он как бы тоже есть, есть сеточки. Но что делать-то уж, девчонки? Кожу подтянуть тоже хочется. Что-то запаха никакого не чувствую. На коже он вот так вот тает. И такой достаточно скользкий. А, мятный запах, девчонки. Мяту чувствую, мятный запах.
Ну, посмотрим. Я обязательно вам в обзоре следующего каталога и в пустых баночках, и в Инстаграм в ближайшее время, как потестирую хотя бы несколько раз, оставлю полноценный отзыв по этому средству, есть смысл или нет, и так далее. Девчонки, у меня в заказе одежда. Давайте посмотрим и ее. А, это не мой заказ, у меня попросила знакомая. Но достаточно интересные вещи. А, вот такая рубашка. Видели ее в каталогах, наверное, да? Артикул 52, 66, 80. Блузка с укороченным рукавом для женщины. Давайте откроем, посмотрим, что она из себя представляет. Вообще, на моделях смотрелась очень даже неплохо и красиво. Вот как выглядит рубашка, девчонки. Вот. Я, наверное, примерю сейчас в конце видео все на себя и покажу вам поподробнее. Моя знакомая будет не против. И брючки, девчонки. Брючки зауженные к низу, синие. Брюки для женщины, артикул 52, 56, 68. Рубашка, я, кстати, не сказала, размер 62. У меня моя знакомая носит 60, но 60-го на складе не было. И, наверное, хорошо, потому что девочки писали, что она слегка маломерит. А вот брючки мы взяли 60-й размер. Наэлектризованные такие, смотрите, здесь пуговичка в запасе. Это коллекция Smart. Давайте покажу вам подробную информацию. Так. И вот они сами брючки. Здесь сзади резинка, что очень хорошо. А спереди у нас идет пуговичка. Вот такие вот брючки. Я тогда на себя примерю, девчонки, и вам покажу, как это все выглядит. Девчонки, хорошо. Вот как выглядит блузочка. Мне кажется, очень неплохо. Она довольно длинная. Это 62 размер. И брючки. Брючки тоже свободненько, ну, понятно, 62 размер. И здесь есть резиночка. Вот. Я люблю оверсайз, я бы себе бы такой размер, если брала, если честно, взяла. Не, на 62, наверное, 58. Потому что она в обтяг не должна. Так что, девчонки, смотрите. Вот на мне 62, у меня верх 52. На мне сейчас на 10 размеров кофта больше. И вот как она смотрится. То есть 58, я, наверное, 56-58 я бы взяла на себя. Поэтому кофточка, мне кажется, маломерит. Брючки 60-й. Ну, тоже, смотрите, запас есть, конечно, но нет, брючки в размер, я думаю, девчонки, брючки в размер должны быть. Вот так. И по длине, у меня рост 1,69 м, по длине вот они как раз. Если с каблуком, то тоже, в принципе, нормально, смотрите, пятку скрывают. Так что, не, очень приятная блузочка, она не светит, видите, у меня темное белье, и она не просвечивает. Блузка приятная, на самом деле, довольно плотная, очень приятная. Для себя я взяла попробовать, мне очень было интересно, мочалку Кисе. Артикул ее 118,79. Вот так она приходит. И давайте посмотрим, что она из себя представляет. Так, вот такая вот хлопчатобумажная, не пойму. Довольно плотная, жестковатая ткань. То есть даже вискоза 40%, 60% полиэстер. Тут для пальца, для большого почему-то нету, да? Вот, девчонки, как это все дело выглядит. Она жесткая, довольно жесткая. Мне кажется, классно быть здесь вот написано Faberlic. Прям жесткая. Я вам сейчас вблизи покажу. Вот как выглядит мочалка. Да? И она прям, девчонки, вот такая вот, видите, ткань интересная. Она вот по ней водишь прям, и мне кажется, будет эффект легкого пилинга. Но я на это надеюсь. А здесь такая вот резиночка. Но в целом вещь интересная. Обязательно, девчонки, ее тоже протестирую и вам расскажу. В заказике у меня 3 дезинфицирующих геля для рук. Они приходят у нас, сказали, какие-то запайные, какие-то нет. Мне достались не запайные, открываешь, он прям течет, девчонки. Запах спирта ярко выраженный. У нас здесь оптимальное содержание спирта 70% и не этилового, потому что если этилового, должно быть больше, а изопропилового 70%, да, чтобы убивать бактерии. Артикул 27-24, два, девчонки, не моих, один взяла себе, попробовать все-таки было интересно. Многие девочки говорили, что не сушат руки, я надеюсь, что здесь, ну, в принципе, нормально. Глицерин на третьем месте, на первом спирт, потом вода, потом глицерин. Так, какой я открывала-то? Вот, вот этот весь потек. Есть какая-то отдушка фруктовая, и она довольно приятная, она хотя бы чуть-чуть перебивает спирт, да? Так что
Будем защищать свои ручки. Спасибо за это, Фаберлик, потому что сейчас антисептики стоят как килограмм мяса. У нас даже если и найдешь, а так это вообще и не найдешь. Купила себе, девчонки, Нуки. Беру в первый раз, потому что паста Фаберлик мне не очень подходит. В прошлом заказе я вам показывала, я взяла себе 200+, отбеливающую. И у меня, конечно же, очень сильно повысилась чувствительность зубов, хотя я ей не каждый день пользовалась, через день старалась. И все-таки решила ее отложить, потому что прям сильно повысилась чувствительность, и зубы даже практически болеть начали. Не хочу. Взяла Нуки с ананасом. Это антикариес. Приходит зафольгированная. И даже когда она зафольгирована, уже сама туба прям пахнет ананасиком, таким химозным ананасиком, по типу, как у нас есть смузи для душа, да, с ананасом. Вот так же. Классно, сладеньким таким ананасиком, ананасиком в мажителе. Я так люблю называть их. Желтая. Прям ярко-желтая, гелевая текстура. Буду, девчонки, пробовать. Надеюсь, понравится, да? А как мы оцениваем, подходит нам паста или нет? Я вам уже рассказывала. Если вы с утра почистили зубки, в течение дня на ваших зубах появился налет, эта паста не ваша, она ни о чем. Если проводите языком, да, по внутренней поверхности зубов, или по наружной, чувствуете, что налета нет, значит, паста хорошая. Так что в ближайшее время вам отзыв свой оставлю обязательно. Еще в заказике у меня вот такой порошочек универсальный концентрированный, горная свежесть. У меня заказала его знакомая, мой еще не кончился. И Гринли еще есть, тестирую пока. Артикул 322, порошки безопасные. Формула, девчонки, обновленная. Я хайла формулу предыдущую. Там было гораздо меньше в составе соды, нашатыря. Еще чего-то. Здесь состав обновленный уже в порошках, и они лучше отстирывают вещи, не выглядят такими застиранными, как выглядели от предыдущих версий. Так что, девочки, кому не нравились порошки предыдущие, я знаю таких много, мне много девчонки писали об этом, попробуйте вот эти новые, возьмите хотя пробник, они лучше гораздо отстирывают, вещи свежее, белей и так далее. Порошки у нас с 0+, можно стирать детскую одежду. Они безопасны, они для аллергиков, они гранулированные. И в этой новой формуле у нас при 20 градусах даже отстирывают сложные пятна. И какое-то умное распознавание пятен, что-то такое, девчонки, я раньше читала про этот порошочек, поэтому они действительно лучше сейчас. Целых 3 зубных пасты у меня в заказе. Фаберлик Эксперт Фарма, девчонки, они все одинаковые. Это профилактическая зубная паста, защита от зубного камня и налета. Артикул ее 16,59. У меня соседка любит очень эти пасты. Ждала, когда они по скидке будут в каталоге. Взяла себе 2. И третью я порекомендовала знакомой. Она тоже берет часто вот эти пасты. Ей они нравятся, ей они подходят. Но такую еще не пробовала. Вот она тоже ее возьмет впервые, попробует и расскажет нам. Еще у меня в заказике, девчонки, помадка. Помадка, полуматовая губная помада «Овация». Почти в таком же оттеночке, как, девочки, у меня есть такой, знаете, сиреневый слегка. Но на тон светлее. У меня знакомая заказывала постоянно Фаберлик помаду с таким легким сиреневым отливом, нежную, светленькую. Но эту линейку сейчас сняли с производства. И из подобных оттенков остался только вот в полуматовой губной помаде «Овация». 430-30 ее артикул. И я сейчас открою и покажу, сводчи делать, девчонки, не буду, потому что помада не моя. Вот так она выглядит, такая светленькая, с сиреневым, я бы сказала, подтоном. Красивая помадка, я люблю тоже такие, это нюдовый, приятный, с легким сиреневым оттеночком цвет. Вообще, овацию я обожаю, она по текстуре для меня, Фаберлик, идеальная помада. Взяла новиночку каталога, новый кондиционер, это у нас с ванилькой, по-моему, золотая органа, 30 стирок, золотая органа, да, по-моему, здесь ваниль. Артикул его, девчонки, 118,54, он, конечно, такой жиденький, как водичка. 3 новых аромата, да, в этом каталоге у нас появились. Мне вот этот захотелось. Но я бы не сказала, что это прям ваниль, пахнет порошком каким-то. Ну, приятная душка, девчонки, здесь есть какой-то парфюмерный компонент. Нравится, мне будет нравиться, как будет пахнуть от белья после этого кондиционера. Классный, как вот, знаете, духи, парфюм. Какой-то парфюм интересный. Не шипровый, девчонки, нос не бьет, как бил в нос кондиционер сиреневый из новой линейки. Не с орхидеей, вот, а с лавандой, что ли. Вот там вот прям не в нос бил, запах вообще жуть. Нет, здесь приятный. Приятный какой-то такой, вот даже не знаю, как парфюм, цветочно-древесный, что ли. Ну, мне нравится. Я не прогадала, в принципе, что взяла именно этот аромат. Мне нравится. Девчонки, взяла вот такую губку, потому что начиталась где-то на нее тоже отзывов, хвалят ее безумно. Она не очень бюджетная, но прям хвалят. Я думала, по типу меланиновой, здесь нет. Меланиновые губки тоже есть Фаберлик, а это нет, другая. Так, как она у нас называется правильно? Универсальная губка нового поколения. Сверхпрочная, долговечная, мгновенно впитывает до 300 мл воды. Да, девчонки писали в отзывах, что размораживают с ней холодильники, морозильники. Особо прочная, эластичная, долговечная. Артикул ее, девчонки.
Вот найди артикул. Вот он, 119,42. И говорят, что она прям супер-пупер очищает все. И воду еще впитывает. Мы, девчонки, с вами ее тоже затестим вместе с тем, что можно затестить из этого заказа в одном видео, в следующем. Она чем-то пропитана, потому что она мокрая. Внутри, наверное, чтобы не высыхала, не пахнет ничем, чуть-чуть резиной. И это не меланин, девчонки, это какая-то другая субстанция. Я вам сейчас поближе ее покажу. Вот как выглядит губка. Смотрите, какая она интересная. Она довольно плотная. И вот даже я не пойму, из чего. Резина пополам с меланином. Ну, попробуем, девчонки, как она очищает, потому что мне прям отзывы понравились. Она довольно большая. Вот видите, она чем-то была пропитана, и в этом месте мокро даже. Интересный продукт. Высокая гигроскопичность, без разводов, без ворсинок. Поверхность идеально чистая, сухая. За стеклом, за зеркалом, за пластиком никель, хром, кафель, плитка, сантехника, акрил, нержавеющая сталь. Способна очищать замшу от пыли. Собирает пыль, шерсть животных, волосы, пух с ковровых покрытий. А, вот, девчонки, да, я еще брала для того, чтобы с единственного ковра в своей квартире собирать шерсть котов. Попробуем, все попробуем. Взяла шампунь Детокс из серии Эксперт. Шампунь из этой серии мне не подходит, от них чешется голова. А вот Эксперт черный, точнее, вот этот с углем, подходит очень круто, девчонки. И такие шампуни, они, конечно, нужны. Артикул его 89,61. В Фаберли-клубе у нас есть скраб. За баллы можно взять, да, с углем. Но мне не нравится, потому что потом этот уголь у меня по всей ванной валяется. А здесь консистенция однородная. Черного цвета, девчонки, я вам сейчас покажу шампунь. Но там нет никаких украплений, он просто черный. Хорошо пенится и прекрасно до скрипа очищает волосики. А зачем это нужно? Это нужно за тем, чтобы смыть... Ну и где моя салфетка? Чтобы смыть с наших волос, девчонки, силиконы. Силиконы, парабены и всю гадость, которая содержится в каких-то ухаживающих несмывашках и так далее. Лак, если пользуетесь, муссы. В общем, все это остается на волосах, и поэтому волосы быстро жирнятся. Чтобы такого не было, раз в неделю, а те, у кого сухие и ломкие волосы, лучше раз в 10 дней, используем подобные средства, и супер, наши волосы довольны и жирнятся гораздо реже. Взяла гель из линейки La Creme. Они мне не нравились, девчонки, раньше, потому что пенились плохо, но... Одно и то же тоже надоедает брать, и решила опять вернуться. Может быть, они мне сейчас понравятся, ну, кто знает. С алоэ вера мицеллярный именно взяла, девчонки, для чувствительной кожи. Вот так он выглядит, с молочными протеинами, гипоаллергенный. Артикул 86,59, в этом каталоге они по хорошей цене. Приятно пахнет, свеженький, свежий цветочный аромат. Есть какой-то отголосочек от алоэ, зелененький, на весну, мне кажется, классно. Из этой же линейки взяла, девчонки, мыло питательное поставить себе на кухню, чтобы ручки не сушило, да? А здесь уже мыло у нас с миндалем. Артикул его 86,30. Мне кажется, я как-то его брала именно с миндалем. Действительно пахнет миндалем, и мне нравится эта тушка, классная на самом деле. Посмотрю, как поведет оно себя на руках, потому что раньше все время брала мыло для кухни, да, вот такое. Сейчас не беру, потому что жутко сохнут руки. Поставлю вот это и сравню, что будет. А для кухни мне попросила моя соседка. Мы взяли с ней ароматом землянички с ароматом. 112,13 артикул его. Оно действительно пахнет земляничкой. Слава богу, не прогорклый, потому что мне как-то попадался какой-то аромат в этом мыле. Какой-то вот прогорклый, прям не помню. Мыло действительно устраняет все запахи, с этим не поспоришь, девчонки. Но мне кажется, оно подсушивает ручки. Надо вообще заняться, сесть и сравнить составы, потому что, может быть, я только вот наговариваю, да, а на самом деле здесь и глицерин-то может быть в одинаковом количестве. Так, дальше из детской линейки взяла вот такой шампунь-бальзам 2 в 1 для детей. Не первый, не второй даже раз берем уже этот шампунь. Нравится, нравится, подходит шикарно. Из серии «Кошка Малина» у дочери аллергии на этот шампунь. А по телу красные пятна. А «Техно Kids» как бы все нормально. Артикул 23,54, 3+, эта линейка. И он бомбезно пахнет зеленым яблоком. Пахнет ярко, вкусно, кисленько. Прям мне очень нравится. Так, что здесь у меня еще? А, пена для ванн из этой же линейки, девчонки, 3+. Пена для ванн тоже с яблочком, тоже берем не первый раз. Здесь чуть менее выражен аромат, но на самом деле они практически одинаковые. И я, девчонки, не удивлюсь вообще, если у них и состав одинаковый, и нет смысла на самом деле переплачивать. А, нет, разница, разница все-таки состав. Артикул пенки 23,57. Вообще линейка эта Фаберлик мне очень нравится. Так, ну вот и все, девчонки. Заказики, конечно, новый каталог. И я, девчонки, уже полистала его в электронном виде. И хочу вот эти маски. Я не поняла только одного. Они у нас маски-пленки или кремовые маски. Вот здесь ничего про это абсолютно не написано. Мне очень интересно.
Надо поискать где-то информацию, но мне очень хочется, вообще супер. Полистаем обязательно с вами этот каталог. Здесь много крутых новинок, мне много чего уже на самом деле хочется. Если вы еще не зарегистрированы в Faberlic или зарегистрированы, но хотите, чтобы вашим наставником была я, регистрируйтесь по ссылке под видео. Вам придет в следующем каталоге вот такой подарок. Это 3 средства для волос с SPF. На лето нормально, классный подарочек на самом деле. И сумка. Вот я из одной сумки, конечно бы, да. Так что, девчонки, ссылка под видео, я буду вам вашим тогда личным наставником, свяжусь с вами, будем общаться и так далее. Ну, а на этом у меня все. Если видео было вам полезно и понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди нас ждет много интересного. А я вас всех люблю, целую, обнимаю, до связи.